Чем полезно волонтерство? Кроме того, что это самореализация, кроме того, что это вы работаете, делаете сильнее нашу страну, помогаете тем, кому действительно плохо. Чем полезно? Вы учитесь работать в команде. Закончив обучение, вы придете на место работы, и вам придется работать в коллективе. А там будут разные люди, ну, с разными вкусами. Совершенно разные. Абсолютно разные, да. Вот вы научитесь быть толерантными. Вот такая работа в команде, вы научитесь быть толерантными. Слышать другого, который рядом с вами. Потому что, ну, люди же разные. А ты его не поменяешь на работе. Скажешь, уберите этого, я с ним не могу работать. Вы научитесь организовывать себя. Вот, то есть вам нужно обзвонить 20 организаций, да? Вы знаете, у вас есть на это время 3 часа. А вам нужно не просто их прозвонить, но и добиться какого-то результата. То есть у вас... Вы учитесь работать. То, что вам не даст, если вы не занимались такой рабочей деятельностью никакой, то вы этот навык и не получите, вы его и не разовьете в себе. Вы учитесь делать звонки в незнакомые организации, так называемые холодные звонки, которые вам придется, может не всем, но кому-то придется их делать. То есть, по сути, вы получаете очень много различных профессиональных навыков, вы развиваете их в себе. Вот. Помимо того, работа в общественной организации – это всегда какое-то обучение, всегда. Потому что проводятся какие-то конференции, какие-то тренинги, какие-то семинары. Они помогают вам немножко по-другому посмотреть на этот мир, на эту жизнь. Да? Вот. Что-то, где-то себя найти. Поэтому это вот тот ресурс, это вот то, что не за деньги. Да? Вот. Или если бы вы это получали в другом месте, вы бы за это платили.